Привет, друзья, меня зовут Ваня, давайте сегодня нарисуем замок. Очень просто для ребят, я думаю, у тебя обязательно получится. Рисуем замок на белом листе бумаги, вот с таким хорошим настроением, вот такими карандашами, называется «Малыш», цветные карандаши утолщенные фирмы «Гамма». Сочные, яркие, деревянные, и они очень удобные для держания в руке. Начнем с зеленого. Нарисуем для нашего замка горку. Он стоит на пригорке, и мы вот такую горку нарисуем. Вот такая горка. Здесь вверх, потом прямо, а потом вниз. И что еще? И, конечно, эту горку можно закрасить. Закрасить вот так. Закрасим. Она вся поросла травой. Зеленая, красивая, яркая трава растет на ней. Слева и справа. Посередине дорога будет. Дорога идет прямо к замку. Замок здесь будет очень-очень точный. Берем коричневый цвет. И коричневым рисуем башню замка. Смотри. Слева и справа будет стоять по башне. Здесь и здесь. Я рисую здесь башню. Вот так вот. Башня. И здесь башня. Башня. Они толстые и крепкие. Теперь рисую вверх. Вверх башни. Такие вот. Такие вот неровности. Они похожи на, как будто это шахматные фигуры. Похожи, да, на башни. Отличные две большие башни для нашего замка нарисовали. А теперь нарисуем крепостную стену. Стена тоже сделана из таких же неровностей. Зачем эти неровности? Здесь солдаты стоят и смотрят, а чтобы в них трудно было попасть, они прячутся. Да? Так получается. В замке обычно есть окошки, но они очень маленькие. Тоненькие. Для чего? Потому что тоже в них нельзя было попасть. И крепкая, надежная дверь. Называется ворота, да? Такие крепостные ворота. Вот мы крепость нарисовали. Получилось просто, здорово. И у нас все, пока что все замечательно. Здесь нарисуем какую-то ворота. К примеру, я не знаю, открыты они будут или нет. Я еще не решил. Но давай просто пока оставим просто пополовинку. Вот они, закрытые ворота будут. Закрытые ворота. Я решил, что они будут закрыты. Теперь я закрашу дорогу к замку просто оранжевым цветом. Такие красивый оранжевый цвет, яркий. Надо решить, какого цвета будет наш замок. Твой замок и мой замок. Мне нравится оранжевый, но мне нравится и желтый. Мне нравится желтый, потому что желтый очень яркий, сочный цвет, светлый цвет. А потом на оранжевый мы можем добавить в наш замок. Так что я тебе советую замок раскрасить желтым цветом. Вот так. Я его раскрашиваю не спеша, но если все-таки ты не успеваешь, обязательно поставь на паузу. Маме тоже прошу, немножко посидите рядом, 5 минут, поставьте на паузу, когда ребенок не успевает. Это будет полезно, он быстро догонит меня, а потом и научится быстро закрашивать и рисовать. Все, закончили? Желтый замок, зеленая трава, оранжевая дорожка и, конечно же, оранжевые кирпичики. А кирпичики я рисую так. Я рисую так. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Полосочки сделал. А теперь между полосочками сделаю полосочки вертикальные. И вот. Сразу видно, что наш кирпичный замок сделан из кирпича или из камня такого большого, да? Вот так мы можем это просто показать. И такие полосочки у нас здорово получать. Синеньким сделаем окошечки. Мне кажется, это будет интересно. Может, даже уже стекла ставили в то время. Может, стекол не было, но все-таки окошки синенькие. А дверь ворота будет коричневая. Вот так ее закрасим коричневым цветом. Отлично. Что еще в замке есть? Я думаю, у замка есть большой шест, где будет флаг. Нарисуем шест и флаг, потому что я не хочу дополнительных. Даже нарисуем лучше два флага. Один шест и второй шест. Такие крепкие палки рисую. Просто крепкие палки нарисовал. А теперь будем флаги рисовать. Один флаг будет красный. Красный флаг. Покрасим в красный. А второй, например, синий. Синий. Мне тоже нравится красивый цвет. Синий цвет. Вот так. Здесь живет синий рыцарь, а здесь красный рыцарь. Здорово! Здорово! Здорово и просто, как я и хотел. Нарисовать просто наш замок. Я очень рад, что я могу поделиться с тобой моими рисунками. Я рад, когда ты присылаешь мне свои рисунки. Я стараюсь и простые, и сложные рисунки делать. Сегодня был очень простой рисунок, чтобы у нас получился замок. Замок двух рыцарей, как мы поняли сейчас. И история у нас получилась здоровская. Тебе передаю большой привет. Присылай свои работы в Инстаграм. Рыбакит попрессует, легко найти. Мама поймет, как мне прислать это. Пока-пока.